Здравствуйте, это игра Клондайк. Клондайк на Андроиде. Итак, игра нас постоянно балует обновами. Одна обнова заканчивается, начинается следующая. И так до бесконечности. Сейчас у нас начались сегодня эти игровые призки. Пока ко мне пришло помощник, вот я пытаюсь понять, куда бы его поставить, чтобы он больше зацепил. Ну, больше не получается. Давай пусть становится где-то здесь. Где-нибудь да зацепит. Правильно? Правильно. Пытаемся. Сейчас посмотрим мультики и будет бабах. Прикол в том, что он что-то у меня летает, летает, бахает, бахает. Дала ему две цели, раз и два. Думаю, ну хоть в одну попади. О, наконец-то он в одну попадет. Ну, на вторую, наверное, уже его духа не хватит. Ладно, ладно. Так, лети, лети, мой дорогой. Ну хоть, пожалуйста, попади куда надо. В цель, пожалуйста, в цель. Да, попадет. Ну, и на этом спасибо. Лампочки собираем. Так, дяденька улетает. До новых волнующих встреч. Машем ему платочком. Так, у нас тут... Ага, мы получили первые лампочки, что ли. Там на первый уровень надо было десяток. А у нас уже 18. Улучшить. Итак, первый подарочек. Спасибо. Ну, у нас следующий что будет? Ну, тоже так ничего. Так, у нас надо уничтожить 10 штук. Ага, с них тоже выпадают лампочки. Хорошо, хорошо. Попробуем. Ну, а мы уже сделали. Выплавить слитки тигрового золота. 10. Хорошо. Кстати, я эту обнову я люблю. Она практически появляется у нас такая. Вся такая, прям такая, никакая, прям такая. Так, сколько я выплавила? О, еще и рейтинг. Ну вот, вот, кстати, вот что мне во всем этом не нравится, это рейтинг. Почему? Потому что, когда за каждое прохождение определенного количества дают подарки, подарков в итоге получается больше, чем когда потом в итоге за рейтинг. А нет, беру свои слова обратно. Тут еще есть подарочки. Ну что, показать хотите? Ну показывайте, ладно. У меня только 2 выплавлено, надо 15. Все, я поняла, а что дадут? Хорошо, я буду ждать. Буду ждать, надеяться и верить. Так, все, заканчивайте с показами, с представлениями. Будем получать наши... Так, сделаем, чтобы было удобненько. И начнем получать наши подарочки. Плавить, плавить и получать. Получать, получать и плавить. Так. Где еще? Вот, 10. Собрать. Так, и еще. Молодца. Вот я еще обнаружила. 10. Хорошо, что я еще хотела, пока не было обновы, вчера думала, заканчивалась предыдущая, поехать на новый остров. Ну, скажите мне, на такой. Чтобы тряпочки зарабатывать. А потом решила, ладно, я подожду еще денек, не поеду. Закончу там. Начинала забирать уже ресурсы под конец. Мне хорошо, что я не поехала. А так получится, я могу этот вычистить. А там же есть такая фишка, потом на этом острове все закончилось. Идите на следующий. И это будет как раз тот случай, скажу вам. Ну, пока тут еще есть к чему стремиться. Да хотят мне уже подарок дать. Вручайте, убедили. Праздничная постройка. Если долго строить, что-нибудь построить, улучшить. У нас с вами все удачненько. Люблю такие хорошие обновы. Ладно, хвастайтесь, что будет дальше. 3 из... О, так я ж так скоро себе 150 насобираю. Мне конкретно надо 150, мне уже иногда не хватает рабочих. Рабочие работают, типа работают, стараются, но мне надо уже больше. Потому что уровень растет, соответственно, с уровнем растут и потребности на заводах. И вот такая вот петрушка. 10. Сейчас будет 15 скоро. И получим еще подарочек. Ой, не хватило. Хватило. Всего мне хватило. Так, давайте. Вот сейчас Витя нам подскажет. А вы-ка можете получить награда. Нашла своего героя. Ой, что я сегодня слишком болтливая. Так, отправляйтесь на следующую локацию. Да сейчас! Никто никуда не поедет, пока с этой локации все не заберет.
Нема наивных, нема, нигде. Я никуда не поеду. Ой, я не то убираю. Ладно. Перестаралась. 10. Да, я знаю, энергия закончится, ну что? Главное, что у нас? Лампочек насобирать. А что я должна бегать по локации, искать потом, где оно там есть, и тут, пожалуйста, бери, не хочу. Хочу! И беру. А потом, когда вот тут все закончится, мы с вами благополучненько отправимся на следующую локацию. Ну да, не факт, что еще будет энергия для всего этого. Ну, насколько хватит таланта, все в торбу, все наше. Ничего не упускаем, все забираем. Потому что все-все-все нам пригодится. Подарки это всегда здорово. И причем надо насобирать 150, потому что пока нету 150, нету нового здания. А это уже таки плохо. Кстати, кто не обратил внимания, лампочки выпадают. Не только когда вы выбираете вот эти вот тигровые слитки, а еще когда просто даже траву бьете, уже выпадают лампочки. Так что лампочки собираются на ура. Ура! Собираются. Ну, типа такого. Так. Сейчас все проверим. Между прочим, собирали-собирали. Он нашла еще себе цветочек аленький. Так, сделаем вот так, чтобы прям видно было. Цветочек ставим. Сколько минут? В принципе, я уже на новом острове поставлю. Тут, наверное, сейчас заценим, скорее всего, уже фактически все. Нет, ну еще не совсем все, но почти. Хочется уже, понимаете, выбрать на новые, всегда успеем. Опс. Вы нашли золотую жилу. Я рада, на нем тигровые самородки. Это что нам, все заново начнут обучать, что ли? Их уже столько нашли. Ой, а что это я так много достала прям с этой тигровой живы? Стоять! А, все, вы добыли все замородки на этой локации. Поэтому уж я спешила, ну, не ставить, ну, скажите мне, чтобы не ждать потом, пока это сделается. Они же одинаковые на всех островах. Можно поставить на следующем. Так, это сейчас только прогоним уже полностью, чтобы понимать, на что мы вышли. В итоге с этого острова мы сняли. Сейчас. One moment, please. 42 штуки. И получили два подарочка. Отличненько. Только ж нельзя удвоить. Я бы с удовольствием. Так, следующий это будет 65. Ну, 5 яблок, это тоже здорово. Они каждый раз дают. Нет, тряпочка! Ой, тряпочка это хорошо. Мне надо тряпочек много, мне надо все заводы поулучшать. Ну что, хорошо здесь было. Мы идем дальше. Праздничная постройка. Улучшить. Дайте энергии. Ой, и 30 энергии, и 3. Ну, прям не нарадуюсь. Обнова супер-бупер навороченная. Так, готовы? Хорошо. В этому дому пойдем к другому. Правильно? Правильно. Отправляемся. Путь! Так, локация закрыта, нам считали 110 опыта. Ой, новая локация. Теперь мы отправились и получили 50. Откройте сундуки. Чего? Ой, ягодки наши. Там какой-то сундук я должна открыть, я так поняла. О, открыла. И вот это, и вот это. Мы сейчас опять начнем строиться, да? Мы типа строили, строили, наконец построили. Ура! Так. Ну, обычно на такие локации, когда я приезжаю, я начинаю не с того, что надо строить, а с того, что надо пройти. Строим мы потом, как обычно. Ага, мне не хватает еще два набора яиц. Так, ну что, покажите, где тут у нас тигровые поблизости? Ой-ой-ой, далеко. Так, а то, что нам надо делать, еще дальше, да?
деревья. Ну ладно, значит, мы пока идем на деревья. Потому что по пути с деревьями мы будем еще и тигровые добывать. Чем мы там растерялись, а что ли? Нам бы, пожалуйста, сейчас теперь дядьку в голубом вертолете, который бесплатно покажет. Видите, как хорошо, что я сразу не это. А, кстати, да, поставить надо. У меня же там было раз, два. Я сейчас еще нашла. Милый, милый бонус. Так. Фишка в том, что теперь пока я найду. А у меня тут что-то уже есть. А типа ехали-ехали. Контракт. Хорошо. Контракт — это всегда хорошо. И две тряпочки в конце. Две тряпочки — это мало. Так. Там сюда и сюда. Сейчас энергия уйдет аж прям быстрее, чем хотелось бы. Так, где эти тем? Ага, я почти правильно шла, но все-таки я свернула. Так, вот еще. Энергия, она заканчивается. Печалька печальная. 5, 3, 5. Ваше 35 дерева, ну прям совсем оно как-то тут не вписывается в поставленную картину. 3. Ну все, надо ехать домой и поставить, во-первых, яйца, две клетки в первую очередь. Немножко открыла, чуть-чуть нашли. Что нашли, сейчас посмотрим. Энергии, конечно, уже совсем ни о чем. Поэтому в первую очередь я пытаюсь выбрать то, из чего потом ее можно будет сделать. Так, вот это тоже, кстати, фишка из того, что надо. Циркулярки пока не найдем. Дальше никуда не пойдем, называется. Пиляем сначала циркуляркой, а потом уже убираем. Ну, как-то так. Преимущество острова. Раз. Ага, подпилять уже не хватит. Ну ничего. Так, еще нам циркулярка нужна. 19, у нас 18. Ну, совсем чуть. О! Совсем чуть-чуть. Пока больше нету. Ладно, так. 19, 18. Ха, не помогло. Теперь помогло. Так. Раз, два. Прикол в том, что циркулярка циркуляркой, а у нас же тигровые обновления как-то затормозило. Ой, вообще ничего не видно тут. Чтобы до него добраться, надо еще что-то расчистить. А энергетиков дома тоже нет, на домашнем там. 7 штук лисичек осталось. И до свидания. Так, это я поставила. Это мы сейчас еще будем искать, надеяться и верить. Так, что сейчас по подаркам? Тут пока рано, рано. А здесь у нас... Ой, что-то я не то опять попала. А здесь самое оно. Праздничная постройка. Сейчас нам энергетиков дадут. 50. И покушать. И покушать. Мы еще сделаем энергию. Это ж просто супер-бупер. Пятый уровень. Надо теперь 90, 75, 3. Так, 30. А сколько мне еще осталось? Ой, мне еще чуть-чуть осталось, и я куплю себе здание, в котором... Ой, тихо. Будем... Ой, я растерялась. Прям совсем растерялась. На что в первую очередь обращать внимание? Ну, вот это надо убрать. Если честно, вот это вот 16 и 23. Вот, да. И вот еще 8. Ну, потому что это, да, не полноценно, но потом превращается в энергетику. Энергия нам, ой, как нужна. Видите, прям вроде пару штук всего убрала, а сколько прелести нашла. Ой, и первый мой тигровый тоже обнаружен. Вот он. Вот тут вот будет, ну, надо убрать сначала траву. Ну, ладно, надо, значит, уберем. Трава у дома. Зеленая, зеленая трава. Вот сюда, да. Трава.
И камушек, наверное, и камушек, да. Да ладно. Вот тут раз, ха. Это в первую очередь, безусловно. Потому что это тоже опять превратится в энергию. Ну, а тут осталось 3 удара из 10. Вообще ни о чем. Так, на пилораме я обработала уже 15 штук. И на этой веселой ноте нам дадут скромненький, но подарочек. А, кстати, что я могу здесь поменять? Из того, что у меня 250 гигантские наборы. Так. Ну, автомат, жевательная резинка. Кстати, я это брала уже очень ничего так. До 550. Но больше ничего такого мне не сильно так и не прельщает. Итак, сделала только 50 энергии. Дяденька, ты приехал! Мой хороший помощник. Сейчас я его так установлю, чтобы он мне вот эти хотя бы помог деревца убрать. Так, спилить. А тут три только было, да, пилить? Так вот это я сама уже дооткрываю. И сейчас поставим его между деревьев, чтобы он типа не терялся. Так, а где у нас еще здесь пилить? Стоп. Ага, ну да, на эти деревья намекают. Ну давай так-то встанем, так вот прям. Ну, чтобы прям в тему было. И будем смотреть тихо мультипульти. Третьим, дама, если не придет, будет печально. Она должна встать рядом с ними, потому что прилетят, кто его знает куда. Вот все непослушные прям. Все, я пошла мультики смотреть. Какой-то наш помощник опять косит. Одно дерево сама убрала. В ожидании чуда. Ну и так поняла, что чудес не бывает. Будем деревья убирать самостоятельно. Ну, бывает. Так, едем, едем, едем. Куда-нибудь приедем. Ну, хоть что-нибудь, хоть бы одно дерево уже убрали. Ну, с деревьями точно не судьба. Ну, зато пооткрывали все остальное. Ладно, до встречи, наш дяденька. О, вот нашла 32. Потом меняться будем. Так, что там есть? Когда? Еще минутка. Ну, это в первую очередь явно. Так, и тут надо поставить делаться. Что у нас тут? Поставить делаться, потому что, да, 15. Во-первых, время идет 3 минуты потом ждать. А во-вторых, какие-то подарки могут прийти. Пришли? Да. Это 5 штук тоже очень довольно-таки неплохо. Но до них надо еще дойти. Так. Дубы. Да ладно, дубы, ладно. Ага, тут еще рано. Так, что я хотела? Пилите красные дубы. Найти дубы мне надо. Да не это. А, циркулярку, вот. Ага, она спрятанная от нас. Очень даже хорошо. Вы обратили внимание, что этот раз подарок необыкновенный. Будет приносить хлопковые эти с энергией, пока не иссякнет запас. Это же хорошо. Если бы еще был неиссякаемый, было бы, конечно, еще ярче. Но пока не иссякнет, тоже хорошо. 12. Поехали. Так, лампочки, лампочки. Раз, два. Закончилось, да? Так, а где там наша красотень? Ага, 9-10. Когда будет 12 секунд? Ну, я подожду. Так, я уже поделала все. Осталось только вот еще 8 штучек найти. Ну, это все впереди. Так, тут у нас как? Тут у нас ни о чем. Но убрать. И продолжаем. Раз. Два. Ой, мне бы вот тут вот как-то попасть. Тихо. Сейчас оценим. Та-да. Это как-то самое ближнее.
куст на 20 или... Ладно. Не повезет, или соседнее уберем? Не повезло. Будем убирать соседнее. Так. Тут когда? Тут уже скоро, ну, заканчиваются таланты. Здесь немножко делаем, и будет у нас уже 47-48. Так, а подарок у нас когда? Это не здесь. Это здесь. Так. Половина цели. Награда. 65. А, ну до 65 нам еще так далековатенько, скажу я вам. Ну, значит, пока мы с видео заканчиваем. Пишем, как вам обнова. Мне обнова очень даже зашла. Нравится. И на этом все. До новых встреч.